Трагические последствия подземного удара. 272 человека погибли от землетрясения в Эквадоре, пострадавших больше 2000. Но и эти цифры вряд ли окончательные, заявил президент страны Рафаэль Корреа. Разбор завалов продолжается. На всей территории южноафриканской страны действует чрезвычайное положение. Магнитуда субботнего удара стихии была 7,8. Число погибших иностранцев тоже увеличилось до 3. Это двое канадцев и колумбиец. Пресс-атташе дипмиссии России сообщил, что среди жертв землетрясения наших граждан нет. ООН готова оказать помощь пострадавшему от землетрясения Эквадору. Это катастрофа. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Я помню, лет 20 назад было землетрясение, но оно ни в какое сравнение не идет с нынешним. Это действительно запомнится на всю жизнь. Никто даже не может поверить, что такое произошло. Это выглядит, как если бы мы были на войне. Все разрушено. Мне так жаль. Мне так жаль Портовьеха. Мы не видели ничего подобного. Никогда. Мне 74 года, и я такое вижу впервые. Во время землетрясения пострадало здание тюрьмы. Сбежали 100 заключенных. Треть полицейским удалось задержать. Еще несколько человек вернулись добровольно. Остальные по-прежнему в бегах. По сообщениям властей, среди заключенных погибших и пострадавших нет.